поела, посуду помыла, уроки сделала, школу закончила, институт закончила, замуж вышла, Вера. Компьютер против телефона. Кстати, ставь лайк и смотришь этот ролик с телефона. Посмотрим, сколько нас. Крутость. Эй, чуваки, полить, что у меня есть? Новый 10-й айфон. Эй, чуваки, прикиньте, короче, купил себе новый игровой компьютер. Буду сейчас во все игры вообще на ультрах играть. Ну и вали, играй теперь один. Ты мне со старым нормально своим компом. Но он же игровой. Реакция родителей. Сын, хватит сидеть за своим компьютером, хоть бы раз на улицу вышел. Хватит пялиться в свой телефон сутками напролет. Ты что, хочешь без глаз остаться? Вы серьезно? Мощность. Какого хрена, всего лишь 100 FPS на ультра настройках? Я всего лишь скачиваю 10 фильмов и майню биткоины. Блин, что за фигня? Эй, Жарик, Шарик падает, Шарик падает. Шарик. Блин! Улучшение. Капец, мне денег с дня рождения подарили, теперь я смогу купить себе новую игровую мышку, новую игровую клавиатуру, новый игровой корпус, все-все новое игровое с подсветкой. Во. Использование. Компьютер позволяет мне играть в новейшие игры, которые придумал человек, изучать основы моделирования, делать видеоролики любой сложности, работать в сложном режиме, что позволяет сразу использовать несколько рабочих столов для разных приложений, программировать, создавать сайты, работать с графикой, использовать разные текстовые редакторы или вообще создавать музыку. Но я только на нем играю в Майнкрафт. Майнкрафт, сука, это моя жизнь! Блин, опять мою базу в Клэше развалили на 3 звезды. Ну ё-моё! Что лучше для меня? Ну а если вы спросите меня, что мне нравится больше, компьютер или телефон, то я отвечу, что компьютер, потому что именно с компьютера я могу поиграть на сайте Golden Tee. Golden Tee — это игра, в которой можно зарабатывать деньги, выращивая чайные кустики. Вам нужно только покупать чайные кусты, сажать их, собирать урожай и потом продавать и получать игровые ресурсы, которые затем можно обменять на реальные деньги. Например, я играю уже несколько месяцев и за это время состриг не только тонны кустов, но и тонны денег. 17 тысяч только за последнее время. Ну а чтобы их получить, мне всего лишь нужно нажать на вывод, выбрать систему оплаты, ввести номер кошелька, сумму и вывести реальные деньги. Кстати, деньги приходят моментально, и давайте проверим мой баланс. Чётенько, денежки пришли. Короче, игрушка реально крутая и веселая, но если вы введете промокод Физи, то получите 20 тысяч монеток на свой счет, на который можете купить сразу 2 кустика и начать зарабатывать. Ссылочку я оставлю в описании. Улучшение. Чё-то мой телефон уже стал лагать, мне кажется, нужно купить новую версию. Стоит она 66 тысяч рублей. Блин, дорого, но все-таки это того стоит. Чё-то в последнее время компьютер стал сильно зависать и тормозить. Может быть, собрать новый? Интересно, сколько он стоит? 97 тысяч рублей самый дешевый? В принципе, я только в Майнкрафт и играю, то ладно, что, и так сойдет. Ютуб. Ого, какой крутой ролик сделал Физи. Я поставлю лайк, мне же не сложно мышку просто немного подвинуть и нажать на лайк. Ну а если тебе понравился данный ролик, то ставь лайк, подписывайся на канал. Не, стой, стой, подожди, притормози. Какой лайк? Я с телефона смотрю, ты понимаешь? Мне переворачивать нужно экран. И, блин, искать этот грёбаный лайк. Чувак, вот со своими лайками в жопу иди, понятно? Вот дизлайк тебе поставлю, все, иди в жопу, отписка, лох. Удобность. Как же круто, что я могу взять с собой в школу телефон, послушать мою любимую музыку или, к примеру, поиграть в какую-нибудь игру. Это же так удобно. Ну и куда я эту хрень с собой возьму? Поставь лайк, если хочешь себе крутой телефон или компьютер. А также подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не пропускать крутые ролики и смотреть их первым.